Я календарь переверну, и снова 3 сентября. А вы уже перевернули календарь? Ваша карта дня на этот день. Что стоит ожидать? Что стоит делать? И чего делать не стоит? Так, что несет 3 сентября? Стабильность, успех, уверенность. Дела будут начинаться и заканчиваться правильно. Все будет по плану, все будет стабильно. Здесь дел стабильных свершений. Но также здесь, если вы планировали хороший, качественный для себя отдых, он тоже будет в наилучшем виде, в наилучшем свете. Что стоит ожидать? Точнее, что стоит делать? Принимать день таким, какой он есть, со всеми его радостями, со всеми эмоциями. Вообще день хороший, и день несет большой заряд позитива, поэтому что здесь стоит делать? Здесь просто радоваться этому дню, ну, может быть, вот под знаменитым мем. Чего делать не стоит? Нагружать себя чересчур сильно и брать какую-то дополнительную работу, которая потребует от вас дополнительных усилий. Все, что запланировано, делайте, но сверхурочно, сверх сил я бы здесь не советовала. До свидания.